Городской округ Люберцы лидирует в Подмосковье по количеству отремонтированных входных групп в рамках реализации губернаторской программы «Мой подъезд». На сегодняшний день отремонтировано уже порядка 900 из запланированных в этом году 1300 подъездов. В округе в течение нескольких месяцев продолжаются ремонтные работы в жилых домах. Выполняется покраска стен, кладка новой плитки, а также замена старых окон на новые пластиковые. По словам Дмитрия Шумского, начальника управления ЖКХ Люберецкой администрации, на данный момент уже отремонтировано 860 подъездов, а это 67% от общего объема работ. В целом жилой фонд к осенне-зимнему периоду готов на 82%, что соответствует графику, а объекты социальной сферы, в свою очередь, готовы к холодам на 86%. Екатерина Скрижалина, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.